Добрый день всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня у меня распаковка вот такой вот крупной посылки, но она внутри такая полупустая. Давайте посмотрим, что приехало ко мне. Так, внутри находятся два кабеля. И больше ничего. Да, больше ничего нет. Кабели очень качественные для зарядки айфонов, айпэдов и айподов. Длина 2 метра, оба кабеля двухметровые, красный и розовый. Очень любопытно, как выглядят яркие цвета у Римакса. До этого я приобретал черные, белые кабели, а вот розового ни разу не видел даже. Так, ну отличный кабель. Красивый розовый цвет. На мягкой силиконовой оплетке название компании Римакс. Прочные штекеры. И длина 2 метра. Так, давайте посмотрим, как выглядит красный. Тоже достаточно яркий цвет. О, яркий. Тоже весьма симпатичный. Красивый. Не потеряется такой контрастный цвет. Серебряная надпись Remax на нем. Тоже 2 метра. Очень интересные кабели. Плоское сечение делает их прочнее, чем другие многие кабели других производителей. Проводят они запросто 2 ампера, поэтому даже двухметровый кабель, то есть длинный такой провод, может именно заряжать ваш iPad. iPhone, естественно, он заряжает, поскольку iPhone требует всего лишь 1 ампер для зарядки. А вот iPad, особенно 10-дюймовые, такие как iPad 4, iPad Air, там требуется больше 2 амперов, то есть 2,1 ампера ток зарядки. Так вот, эти кабели, даже двухметровые, легко передают такие токи. Поэтому, в общем-то, можно использовать их и не только с айфоном, но и с айпэдом очень успешно. Вот такая маленькая распаковка красивых таких кабелей. Если кого заинтересовали эти цвета, либо другие, у продавца есть, помимо красных и розовых, еще синие, черные, белые. Поэтому переходите внизу по ссылке на продавца. Также можно заказать не только 2 метра, но и метровые. Длиной 1 метр кабеля. Ставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилась данная распаковка, внизу под видео. И если планируете смотреть распаковки других товаров из Китая, то, пожалуйста, вверху вот здесь подписывайтесь на мой канал. Большое спасибо за просмотр данного видео. Всем пока!